Только ей доверяю я. Это мы едем, если что, на крушение поезда, ребят. Вот так вот. Вы думаете, на Майзингер П не дружный коллектив? Вот, пожалуйста. Так, у нас сейчас мы едем на воинскую часть. Мы сейчас будем участвовать в отбитии поезда. Так. Так, это ребята из правительства, только что стояли вот этой колонной. Они только что нам проводили проверку на знание законов. Я прошел на удивление спокойно, потому что мне вопросы задали довольно простые. Как же тут страшно ехать просто. Так, вот, да, короче, едем на военку. Сейчас у нас будет построение, мы будем принимать участие в отбитии поезда. Там будет очень много бандосов, будет большая перестрелочка. Поэтому это, я думаю, надо обязательно поснять, потому что такое на канал я еще не выкладывал. Но те, кто играет на Amazing, знают, что как это все проходит. Куда поэтому... ты поехал? Чтобы по встречке не ехать, я здесь сижаю. Ну а пока я еду до военной части, напомню о своем промокоде STRIZH на всех серверах Amazing Online. Если что, я играю на желтом сервере, поэтому всех жду именно там, но если что, промокод работает на всех серверах. За этот промокод вы получите на 5 уровне 100 тысяч рублей и на 10 уровне еще 200 тысяч сверху. Ну а если вы меня встретите в игре, указав мой промокод, то я вам дам еще 50 тысяч рублей. Ну а теперь возвращаемся обратно к этому ролику. Здравия желаю, братья! Во-во-во-во! Вот колонна Ходри как выглядит. Это ППС! ППС! Ты ППС! Господи, ты прапорщик в ППС! Как ты можешь путать? Открыл КПК, затем начал искать человека. Человек-прапорщик ППС, его не знает, кто он. Опа-опа-опа! Какое тут мясо! Жесть! Будем отжиматься, чтобы не выпасть из данного Урала. Жесть, какое тут мясо? Я не думаю, что будет нас больше, чем бандитов. Я думаю, будет бандитов побольше. Сейчас, кстати, онлайн на сервере 447 человек в 15:00. Это, если что, сейчас учебный день. Рабочий день, точнее, а не учебный. Вот. Рабочий день, сейчас многие в школе, на работе. Так что для такого времени, такой онлайн, довольно это хорошо. Опа-опа, начинается файт. Сейчас буду работать, сейчас будет работать снайпер. У меня есть СВД, сейчас всем пизда. Я же... Опа, первая точка есть, вторая точка есть. Куда ты, малыш? Куда, на, лежать. Куда вы, девочки, куда? Ух ты, блядь. Так, у меня закончился броник. А у меня броников больше и нет. Вкусно, надо как-то аккуратно. Блять, они прям в спину мне зашли. А как они так проебались, наши типы, что мне прям в спину зашли? Это прям неприятно сейчас было, мега неприятно. Так, у нас наши типы лежат уже. Аккуратно, просто аккуратный геймплей. Че, все, больше никто не лежит? Че, больше никого нету, все? Че, все, больше никого нету? Да мое почтение. Да сука! Адреналин! Блять! Не успел! Брат, я, голова, где вы? Голова, дай, брат. Ну ладно. Ну, типа и так сойдет, пойдет. Ну я нормально там стрелял типов, так что пойдет. Правда, никто в тюрьму не отлетел. Хотя не знаю, можно ли так делать, типа, чтобы кто-то в тюрьму отлетал. Надо будет этот момент уточнить. Ну ладно. Ну, в целом неплохо пошотались. Мне нравится. Это мы едем, если что, на крушение поезда, ребят. Вот так вот. Вы думаете, на Майзингер П не дружный коллектив? Вот, пожалуйста. Тут и военные, и ДПС, и ППС, и все поют одну песню. Вот так сейчас залетим, поняли? Давайте. С песней? Отце, я под фраб запишу, давайте. Давайте с песней посмотрим. Давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Сзади еще стреляют, ребят, аккуратней. Снова седая ночь, и только ей доверяю я.
Ох, конечно, сейчас нас не так много, потому что сейчас дневное время, но при этом нас довольно достаточное количество, поэтому сейчас мы особняк винчестеров просто накроем. Там очень много людей, которые негативно относятся к сотрудникам полиции, даже просто при их виде они начинают по нам стрелять, поэтому за такое надо наказывать. И вот, вот именно из-за таких, как они, объявляется код Роттербиль, из-за чего сотрудники полиции, ФСБ, ДПС и так далее объявляются, собираются все вместе и начинают наказывать вот таких вот грязных малышей. Кстати, винчестеров не так много. Вы слететь хотите с БТРа? Нет. Да. А я хочу. Какой-то мэр с нами едет. Вам повезло. Поехали еще на этот, на ВЧ, там есть тоже винчестеры. Таран взяли хоть? Да. Здесь винчестер. Какой да, из? Вот, да. Не впереди грин для повышения. Короче, никого на этом особняке не оказалось. Ну, блять, короче, я даже могу это объяснить тем, что в этой семье винчестеров есть люди, которые работают в военной части, причем на довольно высоких званиях. И они просто сообщают своим ребятам из семьи то, что объявлен код Роттербиль, поэтому они на особняке не появляются. Я даже честно не удивлен, это просто семья винчестеров, ДМ-жики, нон-РБшники, которые при этом имеют связи с военной частью, которые у них там состоят игроки из военной части. Вот поэтому такая тема и происходит. Я считаю, что вообще, блять, надо винчестеров объявить как просто террористическую семью, экстремистскую семью, и всех гостиков, кто состоит в этой семье, надо просто увольнять. Это самое будет разумное решение. Вот и в Роттербиль, блять. Никто никого не скажет, не прикрывает. Вы взятку гражданину предлагали дать вам. Серьезно? Серьезно? На чьих основаниях вы это говорите? Серьезно? А вы кто такой, чтобы мне это предъявлять? Вы видели ситуацию, вас там не было. Товарищ сержант Голос, не повышайте, понятно? Я тоже почему могу повысить. Ну повышайте. Поехали, ребята, поехали. Проезжей части, может, уедете? Поехали. Приора, обратно. Взяточники, ебаные, бля. Развернись, да. Прямо. Ну а на этом ролик подошел к концу. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, он вам понравился, потому что в это видео я вставил самые интересные моменты, которые были отсняты за время игры на Amazing в ОМОНе. Да, кстати, меня взяли в ОМОН, я нахожусь в названии прапорщик также. Ну а теперь я буду играть пока в отделе ОМОН, до того момента, пока не поменяется начальник, и возможно, пока меня не исключат из этого отдела. Надеюсь, такого не будет в ближайшее время. Теперь контента будет побольше, потому что в ОМОН у меня открываются дополнительные возможности, дополнительный контент, поэтому ожидайте. Ну и чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал, ну и ставьте лайки, естественно. Ну и начинайте играть с нами вместе на Amazing Online. Все подробности об этом проекте имеются в описании под видео. Там же мой промокод Стриж, который даст вам деньги. Короче, начинайте играть, и всем пока-пока.